я вернулась опять к влогам. А что было, почему, как, расскажу вам дома. Это здесь очень сильный ветер, так что не всем. Мы сейчас в магазин полазить, чуть-чуть засниму что-нибудь. Пришли полазить в один магазинчик, посмотреть обувь. Я хочу что-то летнее себе удобное. Столько кросс. Блин, такие босоножки классные. Да? Ну, не для меня. Мне что-нибудь надо без платформы. Не, ну знаешь, тоже не совсем без платформы, да? Вот что-то такое с большой платформой. Вот я думаю, может, что-нибудь, знаешь, типа каких-нибудь таких бот легких. Ну, совсем, да, это плоско. То есть какие-то слишком ляпистые, да? Ну да, вот, короче, что-то наподобие такое. О, слушай, смотри, прикольные какие. Да? Такие легенькие, потрогай. Сколько стоит, скажешь? 400 рублей. 400 рублей. Да это они одноразовые, не? Ну что? Короче, это такой огромный выбор прям вообще. Берешь. Во, как раз для моего возраста. Тапки. Тапочки. Вот, клевые. Миленькие, да? Смотри, нравятся такие? Они же грязные, блядь. Блин, ну просто дома ходить, я все равно никуда не хожу. Смотрите, какие тут ряды, и тут столько обуви. Ну, мы ничего не будем покупать, мы просто посмотрим. Блин, смотри, какие милые. Я любила раньше всегда с бантиками в школе таких ходила. Вообще колхоз. Это ми-ми-ми. Я хочу какие-нибудь вот такие. Ну ты не хочешь, да, тряпочные, чтобы у меня были? Тебе же мыть. Мы идем по магазину, и Вера говорит, о, прям на тебя. Спасибо. Кошмар, толстые такие модели появились, такие манекены. Ужас. Она толще, чем я. А лицо худое, кстати. Как у меня. Не модель. Не дышать? Красиво, дома, огоньки. А здесь недостроены. Мы идем. Ой, что так мутно? Почему так мутно, смотри? Почему такой свет? Надо протереть. Надо настроить. У меня было предположение, что это такие фонари антивлог, чтобы не снимать. Наверное, тут просто яркость, да, убавлена? Короче, ладно, мы идем. Все, некогда нам. Вот. И Грета. Протерстёклочка. Настройки залез, и вот теперь нормально. Ну, хотя тоже, когда идешь, все мутно, и вот так вот. У нас такой сильный ветер, и я такая лохматая сейчас. Ужас. Мы пришли в магнит. Игорь берет себе рыбку. Не берет рыбку. Игорь берет рыбку. Игорь не берет рыбку. Игорь берет пивасик. Этот влог 18+. Решили попробовать таким вкусом. Французский сыр. Я Игорю говорю, блин, вдруг они будут беспонтовые. Он говорит, ну надо же пробовать. Что будем пробовать? Много разных вкусов появилось, а? Возьмем вот такую фанту. У нас, кстати, появился спрайт, арбуз, огурец. Фу. Что мы, кстати? Шоколадочку взяли. Сегодня все падает. Игорь говорит, скажи, что пиво мне не продали. Да, пролетели с пивом. Громко. У нас такая привычка, в Волгограде вообще алкоголь продается до 11, здесь до 10, мы все никак не можем привыкнуть. Мы же алкаши ищут, я. Да? Так часто пьем, что не знаем, до скольки продают. Ну, короче, просто не привыкли. Ладно, идем в другой магазинчик сейчас. У нас так свежо, у нас прям прохладно. Я с коротким рукавом, я прям замерзла. Ладно, здесь темно, мы пойдем. Вот видите, какой ветер. Надеюсь, вам слышно меня. Мы пришли в другой магазинчик, и тут много всегда редких морозов. Например, вот M&M's. Это Сникерс. Вот не только я хочу Новый год, вот у кого-то тоже новогоднее настроение. Мы уже пришли домой. Я очень лохматая, у нас бешеный ветер. Очень прям свежо, на улице 17 градусов, но ветер очень холодный и прям очень холодно. Вот. Я сегодня так неожиданно забрала телефон.
Расскажу завтра поподробнее, что как было. В общем, я сама не ожидала, и вечером Игорь сказал, пошли за телефоном. И все, я начала сегодня снимать, это для меня самое так неожиданно. Но вкратце пришлось заложить телефон, и вот мы сейчас его забрали. Почему подробности, расскажу завтра. Вот я так рада, что вернулась к вам. Мне на самом деле очень нравится снимать. И сейчас вот, когда я вернулась со влогами в прямом эфире, это действительно очень интересно мне самой. И думаю, вам тоже интересно. Игорь купается, я жду его. Он там сморкается, интересно, вам слышно? Мы сейчас уже... Он как будто специально так долго. Игорь, что ты там? Там рестлик лежит. Мы его покормили, он все еще сейчас просит еду опять. Так что мы сейчас будем кушать, смотреть камеди, сейчас буду настраивать. Так приятно, когда что-то случается неожиданно, когда ты не ждешь, и так бац, что-то меняется в лучшую сторону. Чего не играешь? Потому что так надо спровоцировать. Тут ты его спровоцировал. О, господи, Ресли, тихо. Не надо по постели. Ящерица. Ну, он сейчас весь пододеяльник порвет. Игорь, не надо. Мне нравится, когда он попкой вот так шевелит. Ладно. Мы садимся кушать. У нас жареные пельмешки сегодня. Я сделала соус с чесноком и зеленью. Будем смотреть Comedy Club. Всем приятного аппетита. Я всегда так говорю. Как-то всем приятного аппетита. Дупа, да? Не закончено. Я уже пришла умываться. Всем хочу пожелать спокойной ночи. Игорь уже спит. Уже, кстати, поздно, и я сижу в телефоне. Настраиваю, там все лазит в телефоне. Всем спокойной ночи.